Привет, Галочка. Привет. Мы сейчас находимся в Шарм-эль-Шейхе. Прямой репортаж, так скажем, да, с конференции менеджеров тренинга. Для меня это вообще все первый раз. Поездка из-за границы. Какой уровень у тебя? 15%. Отлично. Я год в компании. На основной работе я еще работаю. Ага, кем? Я вообще газовый. Ого. А как ты успеваешь совмещать Арифлейм, бизнес и работу? Я поставила цель, я хотела попасть в Египет. Я это сделала. Молодчина. И хочу дальнейших высот. Да. Конечно, я хочу сказать, что это действительно реально. Поставить цель, которую каждый человек к кому-то идет, да, мечтать. Мечты действительно сбываются в Арифлейм. Ну и, как сказать, я всегда помогу. Кто со мной? До встречи в Турции. Пока. Спасибо тебе огромное. Успехов.